Всем привет, с вами Виктория Мон, и сегодня мой голос останется только за кадром. Лето. Что для нас означает это слово? Отдых, расслабление, счастье, радость, друзья. 91 день, 2184 часа у тебя есть для того, чтобы измениться. У тебя есть для того, чтобы изменить этот мир. Некоторым нужно забыться для того, чтобы понять, кем мы стали, кем можем стать. Кому-то нужно загрузить себя делами, чтобы не думать ни о чем и достичь своей цели. В один прекрасный момент нужно просто расслабиться и получать удовольствие, ведь это лето именно то, что у тебя есть сейчас. Попробуй что-то новое, то, о чем всегда мечтал, но никак не решался сделать. Рискуй, испытай судьбу и себя, действуй. Лови каждый миг и кайфуй от него так, как никогда раньше. Ведь именно этот 91 день – это то, что у тебя есть. У тебя осталось всего поллета, хотя почему? Целых поллета! Как их проведешь ты, зависит только от тебя. Но я верю в тебя. Ты спросишь, что я буду делать в эти поллета? Совсем скоро меня ждет очень интересное и увлекательное путешествие, о котором я мечтала последние полгода, и я очень надеюсь, что ты будешь вместе со мной. Также в минутку рекламы хочется сказать, что я буду устраивать два конкурса, и для первого тебе нужно просто угадать, куда я полечу, поэтому обязательно участвуй, пиши свои комментарии под этим видео, или же в моих инстаграмах, и тот, кто угадает, получит приятный приз. Чтобы выиграть во втором конкурсе, следи за моими влогами. Но возвращаясь к видео, хочется сказать, что я выбираю счастье. Я выбираю тех, кто всегда был со мной, даже если я этого не подозревала. Я выбираю солнце, которое так греет по утрам и радует. Неважно, когда ты смотришь это видео, оно все равно радует, верно? И, конечно же, я выбираю себя. Просто такой, какая я есть. И все. И этому не нужно объяснений. Это лето будет незабываемым, и я очень рассчитываю на него. Я очень многого жду от этого лета, и надеюсь, точнее, я уверена, что и у меня, и у тебя оно будет самым лучшим и самым классным. Ведь я верю в тебя. Да-да, именно в тебя. И на этой хорошей ноте, мне кажется, что пора заканчивать это видео. Поэтому не потеряй это лето. А мне уже пора с вами прощаться. Я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео. Я рассчитываю на то, что оно тебя вдохновило или просто заставило улыбнуться. Поэтому буду благодарна пальцы вверх, подписки на мой канал и же просто теплому комментарию. А мы с вами увидимся совсем скоро. Люблю вас всех. Сияйте. Пока.